Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы слушаем песенку, которая победила в «Колесе фортуны» в нашем телеграм-канале. Друзья мои, у нас есть две возможности для вас, чтобы мы послушали песенки, которые хотите выслушать. Так-то мы слушаем те, которые популярны, которые на хайпе. Вот. А остальные песенки, заказов много, мы, конечно, не можем их все послушать. Поэтому у нас есть две версии того, чтобы мы послушали. Первое, вы платите 1000 рублей, и мы слушаем конкретную песенку. Если таких денег у вас нет, то вы участвуете в нашем колесе фортуны, на нашем телеграм-канале, где разыгрываются все желающие. Вот кто задонатил нам там более маленькую сумму, кто задонатил, ну вот кому повезет, и кто выиграет, того и слушаем. Вот. Ну, сумма маленькая, шансов чуть меньше. Но в целом шансы есть. Поэтому несколько раз вы уже, как видели, у нас даже абсолютно непрофессионалы побеждали. Поэтому донатьте, друзья мои, участвуйте в наших колесах фортуны, и будет вам всем счастье. Ну и вот сейчас победитель у нас вышла «Ай, ночи, сана, ута» Мона Хашинова. Нифига себе. Ну давайте послушаем вместе. Вот любите вы всяких вот этих японских выставлять штучек, картинок? Bye.
чуть не заснула, ей-богу. Вот такие песенки, знаете, да, они вот... их можно на конкурс выставлять, типа вот даже Евровидение, хотя Евровидение сейчас, хоть она у нас в России уже и нету, вот, а жаль, я всегда смотрела, вот, Евровидение и то, а у нее так вот, они как бы стараются там выбрать побольше какого-то изюмчика, побольше оригинальности, пускай там не традиционный, пускай не стандартный, но она как бы оригинальна. Вот. А здесь вот эта вот песенка для Евровидения, но она настолько обыденная. Вот она как бы красивая, такая и по музыке, и по картинке, и вроде как по голосу. Но мне показалось, что по голосу вот не тянуло, что-то не хватало дыхалки. Вот. Но она вот настолько однообразная, настолько скучная, тут вообще не было изюма. Все настолько правильно, все настолько красивенько. Шаг в сторону нельзя, подпрыгнуть нельзя. Надо стоять по стойке смирно и обязательно дуть именно и кричать именно в эту сторону петь, а не в эту. Вот это вот все было так, что я как бы целых 5 минут, и я уже, значит, после первой минуты стала засыпать. Вот. Вот. Неоднозначная точка зрения, да, с одной стороны, все правильно, красиво, ладненько, с другой стороны, ну, тоска, друзья мои. Мне кажется, в наше время, даже вот это вот наш современный рэп, который я сейчас слушаю, там и то больше изюма. Даже Скали Милана иногда может что-нибудь выпукнуть. Как хорошо сказано, прям лучше не скажешь. Да. Даже у него бывает интереснее. Иной раз как послушаешь, как уже завернуться, и думаешь, боже мой, какой оригинал. Вот. А тут скучновато. Все хорошо, но скучно. Вот такая вот песенка у нас сегодня выиграла в нашем колесе фортуны. Ну а что делать? Вот была она, молодец. Вот кто там, девочка, твори, делай, ну, как бы, контент, но ну, просто добавляй неординарности, добавляй какой-то вот неправильности. Ну, когда сильно правильно, и это неправильно, надо добавлять какой-то фишки. Не обязательно даже вот там голосом вибрировать или что. Вот что-нибудь добавь, не похожее, вот даже в этой песенке, я не знаю что. Ну, возьми и где-нибудь в середке сотвори что-нибудь такое, чего от тебя не ждут. И все, эта песня, она будет другой. Ну, вот как бы, вот мне кажется, сейчас в наше время оригинальность, а не похожесть, играет очень важную вот эту вот составляющую. Творите, друзья мои, и творите так, чтобы быть немного не такими, как все. Всем пока.